уже готовы. Дай, перевернись, можно? Так, ребята, сегодня будет спектакль, который некоторые из вас видели уже на Пасху, но он будет немножко в измененном виде и с таким, ну, он будет с некоторым продолжением. И потом тема у нас настолько важная, что я думаю, даже те, кто там частично видел, вот в другом виде этот спектакль, то я думаю, еще раз имеет смысл его как-то к ним обратиться, потому что тема... Мы уже с вами говорили, вот с некоторыми из вас уже говорили о том, что в христианской аскетике существует такое понятие «добрый помысел». Ну, иначе говоря, хорошая, добрая мысль, которая у нас бывает. Был такой подвижник христианский, который умер совсем недавно. Его звали Паисий Святогорец. Вот он говорил, что добрый помысел, он имеет такую огромную силу иногда, так может изменить человека. Он сравнивал его действия, например, с действием ядерной ракеты. Представляете, называл эту ракету, вот, есть такая ракета Першин. Тогда был, он умер в 93 году, этот святой. Он причислен к лику святых, Паисий Святогорец. Жил на Святой горе Афон. И он говорил, что добрый помысел может так изменить, и он действует так на душу человека. Так же, как вот иногда в мире действует ядерная ракета Пер.